Это чудесная жимолость, посадка и уход. В середине июня в саду, кроме сочной редиски и лука-батута, ничего нет, но на кустах уже засинела крупная ароматная жимолость. Дети с удовольствием отщипывают по ягодке, губы и язык становятся синими, хохочут. Я довольна, в жимолости много разных витаминных ценностей, которых так не хватает в нашем рационе. Обязательно посадите на своем участке эту удивительную ягоду. Выбираем саженцы. Жимолость – уникальное растение. Кусты ее могут вырасти до 5 метров в высоту. Высокие, пушистые, они прекрасно подходят для создания живой изгороди в ландшафтном дизайне. Если вам нужна плодоносящая зеленая изгородь, покупайте саженцы высокорастущего кустарника. Нет, ограничьтесь низкорастущими. Только учитывайте, не у всякой высокорастущей жимолости плоды съедобные. Некоторые сорта кустарника культивированы только для декоративных целей. Уточняйте у продавца все подробности о жимолости. Сорт, вкус, на какой год она начнет плодоносить, какова урожайность с куста и прочее. Если человек – практик, то он способен дать вам множество полезных советов. Кстати, о продавцах. Даже специалисту иной раз сложно отличить один сорт саженцев жимолости от другого. Советую приобретать саженцы либо через крупные питомники, либо участников, которые сами выращивают жимолость и торгуют своим товаром. И в этом случае может быть пересортица, но шансов, что вы купите нужный сорт ягоды, будет намного больше. Вот несколько простых советов при выборе саженцев жимолости. Приобретайте кустики, 2 или 3 летнего возраста. В этом случае уже через пару лет жимолость даст первый хороший урожай. Ветки должны быть гибкими и неподсушенными, без видимых признаков повреждения. Обязательно осмотрите каждый кустик внимательно, и побеги, и корни. Не смущайтесь внешним видом саженцев, если видите, что кора у них шелушится. Это особенность культуры. За что? Кстати, жимолость в народе прозвали бесстыдницей. Обратите внимание на развитость корневой системы, чем кучнее и массивнее корни, тем лучше, и на наличие почек на веточках. Чахлые кустики без почек отбракуйте сразу. Покупайте саженцы разных сортов, не менее 3. Впоследствии вы сможете размножать жимолость сами, делением уже плодоносившего куста, отводками или зелеными черенками. Жимолость, кстати, размножается и семенами, но я не рекомендую использовать этот способ. Он довольно длительный и трудоемкий. Высаживаем жимолость. Хотя жимолость и весьма неприхотливое растение, но все же требует к себе внимания. Она любит хорошо прогреваемую, плодородную почву и очень не любит ветра. Любит влагу, требует много солнышка, но нижние ветки должны быть в тени. Так, в общем-то, и получается, при слегка загущенной посадке. Подыскивая местечко для саженцев в своем саду, учитывайте эти факторы. Сажать ее нужно в конце мая, начале июня, а если желаете посадить в зиму, то высаживайте не ранее середины сентября. Порядок посадки жимолости. Подготовьте лунки размером 40x40x40 см на расстоянии 1-2-1-5 метров друг от друга для слаборослых сортов и на расстоянии 2-2-5 метров для высокорослых. Для каждой лунки потребуется примерно 2 ведра компоста, 50 г суперфосфата и 1 кг золы. Если почва песчаная, количество компоста увеличивайте до 3 ведер, можно добавить немного калийного удобрения. Лунки залейте теплой водой, помешайте воду для равномерного распределения влаги внутри ямки. По центру лунки сделайте земляной холмик. Аккуратно поместите саженцы в лунку. Расправьте корешки так, чтобы они были равномерно распределены по краям холмика. Если вдруг обнаружите поломанные или сухие корни, удалите их. Сначала присыпьте лунку небольшим количеством компоста и пролейте водой, чтобы земля хорошенько налипла на корешки. Затем досыпьте лунку полностью и еще раз обильно полейте. Корневая система жимолости компактна, поэтому впоследствии всегда поливайте кустик под корень. Сразу после посадки жимолости замульчируйте землю вокруг куста, чтобы не допустить испарения влаги.
Это можно сделать обычными газетами, сложенными в несколько слоев или специальным мульчирующим материалом. При высадке саженцев обязательно чередуйте разные сорта. Тогда жимолость будет хорошо опыляться в период цветения и даст максимально большой урожай. Ведь у нее бывают мужские и женские кусты, которые опыляются перекрестно. Подрезать жимолость после посадки не нужно, как это принято при высадке иных плодово-ягодных культур. Подрезание может существенно задержать ее развитие и вступление в стадию плодоношения. Все, теперь ваши подопечные кустики будут набирать силу от года до 3 лет, чтобы после радовать все семейство необычайно вкусными и полезными ягодами. Уход за жимолостью. Первый урожай наша красавица дала через 2 года. Мы собрали около 1 литра ягод с каждого куста. Конечно, этого не хватило, и я немного расстроилась. Зато на 3-й год после посадки мы собрали почти по 3 литра жимолости с каждого кустика. И теперь каждый год она радует нас богатым, витаминным, ароматным урожаем. Как ухаживали? Да очень просто. Хочу сказать, что жимолость – очень непривередливое растение, почти не болеет и не требует особого ухода. По осени мы обрезали подсохшие ветки и живые веточки, растущие внутри кроны, чтобы они не загущали куст. Периодически пропалывали от сорняков. Весной вносили под каждый куст органические удобрения. По тающему снегу, в самом начале вегетации, подкармливали наше чудо азотным удобрением. В период цветения и плодоношения раз в месяц поливали раствором золы. На 1 ведро, 1 литр золы. Рыхлили землю под кустиками редко, ведь корневая система жимолости располагается очень близко к поверхности, и частое рыхление может повредить корешки. В жаркое время обильно поливали, это растение необычайно любит влагу. Вот и весь уход за жимолостью. Как видите, совсем не проблематично.